Я народный корреспондент открытого канала ОТВ Наталья Божидарова. Переход наш подземный находится на пересечении улиц Светланская и Алеутская. В нем есть бесплатный туалет. Режим его работы в последнее время стал не устраивать ни работников перехода, ни жителей и проходящих мимо людей. Работают они до 5, а я до 6 работаю. И что? И потом это. Да, рабочий день до 7, в конце концов. Искать где-то другие места, ну, это очень неудобно. Здесь как бы очень удобно сделали, что бесплатный туалет, но вот не устраивает график работы. Здесь ходят очень много людей, иностранцев. Вот именно просто стыдно, когда приходят теплоходы вот эти вот, и все, и у нас не работают, просто люди бегают, как это, нет туалета, нет. Нет финансирования, закончились деньги, нечем платить уборщицам. Но для чего тогда строили эту красоту, бесплатную тем более, с раковинами, с туалетом, с дозатором для мыла, но не работает так, как хотелось бы нам всем. Очень хотелось бы, чтобы нас услышали. Народный корреспондент Наталья Божидарова, открытый канал ОТВ.